Президент одного из первых в Китае университетов, который стал активно развивать сотрудничество с международными организациями, Донг Ганг, а также декан колледжа факультета менеджмента туризма Ван Клонг и вице-директор по международным связям Мэнг Дженг, познакомились с деятельностью Сочинского госуниверситета, его инфраструктурой, проектами и образовательными программами. В Цяньцзинском университете уделяется большое внимание экономике, менеджменту, праву и искусству. Поэтому китайским гостям было интересно пообщаться с педагогами и студентами, которые изучают дисциплины технического и гуманитарного плана. Самое главное – это больше узнать о городе, о людях. Наш город Тяньцзин тоже курортный, и у нас также есть факультет туризма. Я считаю, что здесь у нас большая площадка для обмена опытом и обучения. Очень хочется, чтобы наши студенты приезжали в Сочи, а ваши к нам. Тем более, что у России и Китая хорошие дружественные отношения. В завершении встречи представители вузов подписали договор о сотрудничестве, в котором предусмотрены академические обмены, совместные исследования и программы подготовки специалистов.